Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. В прошлом году была проделана большая работа. Нами было снято много микроскопов. Школьных, лабораторных, цифровых, со стереообъективами, с цифровыми камерами и тому подобное. Но, как показала статистика с нашего канала на YouTube, больше всего вас интересуют модели микроскопов для детей, практически любого возраста. Вы завалили нас комментариями с просьбами снять еще обзоры на интересные экземпляры. Хотели – получайте. Микроскоп Livinguk Rainbow 50L в цвете сицилийский апельсин. Оптический прибор поставляется в прочном черном кейсе, на который надета красочная картонная коробка. Вес кейса с содержимым порядка 3 кг. Сняв упаковку и открыв кейс, мы видим микроскоп в полностью собранном виде и целую кучу аксессуаров. В комплект входит набор из анатомических срезов растений в количестве 5 штук, баночки инкубатории с морскими микроорганизмами, 4 емкости для суспензий и прочих жидкостей, двукратная линза Барлоу, пинцет, пипетка, микротом, пылезащитный чехол, батарейки, блок питания и инструкция по эксплуатации. Давайте достанем микроскоп и посмотрим на него поближе. Перед собой мы видим классический школьный прибор. Состоит микроскоп из основания, станины, предметного столика, револьверной головки с объективами и монокулярной насадки. Монокулярная насадка крепится к станине тремя винтами. Наклонена к наблюдателю под углом в 45 градусов. Можно вращать на 360 градусов. Это очень удобно, если наблюдение ведут сразу несколько человек. Микроскоп не нужно двигать по столу, достаточно просто повернуть окуляр к себе. Окулярная трубка стандартная. Посадочный диаметр 23,2 мм. Выполнена из металла. Перед наблюдениями вам нужно установить в окулярную трубку сначала линзу Барлоу, а потом уже окуляр. Линза Барлоу – это рассеивающая линза, которая увеличивает эффективное фокусное расстояние микроскопа. В нашем случае линза двукратная, значит, используя ее, мы будем получать кратность в 2 раза больше, чем наблюдая просто в окуляр. Комплектный окуляр имеет посадочный диаметр меньше стандарта, равный 20 мм, и без Барлоу будет болтаться в микроскопе. Окуляр выполнен в частично металлическом корпусе. Оптическая схема Гюйгенса. Линзы – стекло. Просветляющих покрытий нет. Объективов 3. 4, 10 и 40 крат. Установлены в револьверную головку. Смена кратности производится путем поворота револьвера в любую сторону. Максимальное увеличение 800 крат. Корпус объективов металлический. Оптика – стекло. Просветляющие покрытия есть у 4- и 10-кратного объективов. Самый сильный 40-кратный объектив имеет защитный пружинный механизм, который предотвратит повреждение оптики и образца, если вы, по неопытности фокусируясь, коснетесь линзы предметного стекла. Фокусировка только грубая. На станине расположены 2 крупные ручки. Вращая их, вы передвигаете предметный столик по вертикали и наводите резкость. Мы были приятно удивлены. Механизм фокусировки металлический. Это огромный плюс, так как у аналогов других брендов данный механизм выполнен из пластика. Предметный столик прямоугольный, пластиковый. Оборудован 2 подпружиненными прижимными лапками для фиксации образца. Под столиком находится 6 диафрагм, которыми можно регулировать количество света, попадающего на образец. Освещается столик сверху и снизу. Верхняя подсветка используется при наблюдениях непрозрачных структур. Нижняя – при изучении прозрачных и полупрозрачных образцов. На основании микроскопа располагаются 2 колеса регулировки яркости.
Правая отвечает за нижний свет, левая – за верхний. Подсветка очень яркая, осветительный элемент – светодиод. С тыльной стороны основания мы видим разъем для подключения сетевого блока питания. Если у вас нет доступа к розетке, чтобы подключить микроскоп, то вы можете воспользоваться альтернативным источником питания – батарейками. Отсек для батареек находится в нижней части основания. Используются две стандартные пальчиковые батарейки. Что ж, конструкцию прибора рассмотрели. Пора положить образец и заглянуть в окуляр. Сначала посмотрим на классические микропрепараты из готовых наборов, а потом на непрозрачные образцы с нашей кухни в офисе. Срез еловой веточки, пробковое дерево, шкура жабы, муравей, вальвокс – одноклеточные водоросли, подкрашенные эозином, кристаллы пищевых красителей, растворимый кофе, сахар, сера со спичечной головки, кожура мандарина, хлебный мякиш и губка для мытья посуды. Мы поставили микроскопу 9 из 10 возможных баллов. Один единственный балл сняли за окуляр крайне скромного качества. Что касается изображения, то вы сами только что видели красивейшие фото всевозможных образцов. Без лишних слов ясно, микроскоп на отлично справился со всеми нашими препаратами. Да, микроскоп дороже аналогов, но зато вы получаете, кроме микроскопа, еще и большое количество полезных аксессуаров, плюс удобный кейс для хранения и транспортировки. Оптический прибор можно смело рекомендовать для учебных целей в школе или для домашнего хобби. Надеемся, вам понравился наш сегодняшний гость. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине.